упражнение приседания плие с гирей. Исходное положение вверху. Гирю мы удерживаем перед собой в двух руках. Мы выполняем сгибание ног, отведение таза назад. Удерживаем прогиб в поясничном отделе. Колени удерживаем на месте. Мы отпускаемся глубоко вниз. Когда выполняем подъем, колени удерживаем также широко. В исходном положении вверху не выключаем полностью коленный сустав, чтобы нагрузка не уходила. Гиря работает четко вверх-вниз. Если мы будем очень сильно отклоняться вперед, то нагрузка будет распределяться неравномерно. Будет также сильно загружаться поясничный отдел. Мы выполняем выдох на усилие тогда, когда встаем, когда выпрямляем ноги. Можно также выполнить несколько коротких движений в нижней амплитуде, удерживая вес на постоянно напряженных мышцах.